Открытие международного форума – событие всегда грандиозное. Студенты, предприниматели, политики, журналисты – все гости и участники АТР собираются под одной крышей. Со сцены звучат добрые слова напутствия, перед зрителями выступают лучшие коллективы региона. Здесь АТРовцы заряжаются безбашенной энергией и настраиваются на новые свершения. Здесь объединяются десятки народов. Хлеб да соль россияне предлагают отведать гостям из зарубежья, а те, в свою очередь, приветствуют собравшихся. В этом году на АТР собрались представители 27 стран, самые большие делегации из Казахстана, Монголии, Кыргызстана и Китая. Впервые на форум приехали гости из Финляндии, Швеции, Иордании и Марокко. Каждый преследует свою цель – новые знания, знакомства и эмоции. Здесь все интересные. Я здесь читаю доклад Тима Петроглофи. Я приехала на площадку «Ремеслом». Хочу попробовать какие-то новые техники изучить. Хочу получить много эмоций, послушать наставления своих преподавателей, найти новых друзей и позагорать. Русская жизнь – это не в Москве, это вообще далеко. Например, здесь, да. Вот поэтому мне всегда тут приятно. На форуме работает 22 образовательных площадки по 4 направлениям. Ты предприниматель, менеджмент, социальные технологии и творчество. Каждый день проходят всевозможные семинары, лекции, игры и мастер-классы. Здесь учат быть успешными и чувствовать себя лидерами. В этом году получается у нас 5 новых площадок. Эта площадка мы собрали в этом году спортсменов, да, соединили спорт и молодежную политику. Площадка спортивный менеджмент, площадка учительская. Мы собрали молодых учителей тоже впервые в этом году. Также у нас 2 площадки совместно с молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Это площадка «Молодежная команда страны». Это у нас федеральный проект, запущен в этом году. И площадка «Наставничество». И мы возобновили театральную площадку в этом году. Это площадка режиссура проектов, так мы ее назвали. Впервые участие в форуме принимают юнармейцы. За год существования Всероссийского военно-патриотического движения к нему присоединились порядка 300 жителей Алтайского края. Еще 100 человек пополнили ряды юнармии в день открытия АТР. 30 из них – бийчане. В организации поездки им помог Фонд социального содействия Александра Прокопьева. Сегодня добровольцы торжественно приняли присягу и получили знаки принадлежности к движению «Юнармия». Их лично вручил губернатор Алтайского края Александр Карлин и почетный гость форума, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Уважаемые друзья, чем больше мы будем говорить нашей молодежи о нашей истории, да, о наших традициях, о тех героических, трагических фактах нашей истории, да, вот тем больше вероятность того, что мы воспитаем достойных сынов своей родины. Конечно, гордость очень сильно распирала, что я стою среди юноармейцев, произношу клятву, которую достаточно почетно нести, зная, что тебя ждет. Конечно, дальнейший план я не знаю, но буду служить юнармии. Молодежный форум «Алтай. Точки роста» будет работать еще 3 дня. Торжественное закрытие состоится в пятницу, 9 июня. И уже на следующий день участники разъедутся по домам. А пока у них есть время для того, чтобы общаться, заряжаться позитивом и впитывать новые знания. Татьяна Свинаренко, Евгения Ижутова, Сергей Доровских. Будни.